А это вот кухонные ножи. Самые хорошие кухонные ножи. Вот сам мастер. Расскажите нам, покажите. Так, ну, один из тестов повара проверяет ножи на губки. Если нет помидора и баклажана, покажу. Своим весом, вот, можно губку смело прорезать. Здорово. Как-то вот так вот. Здорово. Ставить еще можно повесить. Это идет своим весом. Вот, в принципе, все, что есть. Модель называется «Горка». «Горка», да? Да. Угу. Интересный такой. Сейчас мы посмотрим все остальное, что тут. Что стоит? Вот они, красавцы. И обязательно протестируем на кухне у кума. Так что, друзья, смотрите. Я думаю, будет вам интересно. По реальным продуктам пройдемся. Это нож, это топор Деба. Это не нож, это топор для рубки костей рыбы. Угу. Аналогично также может резать. Да, замечательно. Это здесь маленький шеф. Угу. Длина клинка 15 сантиметров. То же самое. И, в общем-то, любой нож может так себя вести. Правятся все они муссатом. Их не надо точить. У них сведения. Замечательно. Очень тонко сведены верши кромки. В общем, друзья, кому нужны хорошие кухонные ножи, срочно на следующую выставку. Когда будете? Как на весенний. На весенний, на клинке, да? То есть на весенний клинок. А визиточка у вас есть? Вот, сейчас мы ее запечатлим. Так, я думаю, все видят. Звоните, не стесняйтесь. Кухонные ножи. Готовим мы все. Охотничьими ножами не так часто пользуемся, а вот кухонными ножами мы пользуемся каждый день, друзья. Так что советую присмотреться. Еще раз мастер.